А я хотел сейчас сказать, что очень легко и приятно выступать на площадке «Агропуб». Вот, как бы делать такую хорошую атмосферу творческую. Вот. Спасибо, что приглашаете. Так, а можно презентацию? Я буду сегодня говорить совсем немножко о вот этой части, которой мы занимаемся. Вот, то есть наша компания оказывает услуги по оценке неоднородности полей. То есть мы выделяем на полях вот такие зоны, которые обладают разным потенциалом. Есть низкопродуктивные участки, есть высокопродуктивные участки. Вот, и помогаем выстроить процесс, чтобы он работал таким образом, чтобы техника на ходу автоматизирована, переключал нормы, и в зависимости от способностей или по потребностям она вносила дифференцированную точку потребления. И поскольку мы закладываем большое количество опытов, в этом году у нас около 200 опытов в разных регионах, здесь вы видите снизу слезы КАСА на зимней пшенице и как они повлияли на урожайность. Мы видим, что да, на зеленых участках отзывчивость гораздо выше, чем на красных. То есть на красных она тоже есть, вот, но она не такая значимая. Вот это пример Саратовской области, это вот, в принципе, по лесу можно представить склоны в участке смыты, где меньше гумусный горизонт, где уже там местами подпахивается глина бурая. Вот, вот примерно это из себя представляют красные вот эти вот, участки поля. Вот, то есть там и сама агрофизика потенциала почвы хуже, и там влаги меньше, вот, и она высыхает быстрее. Вот. И, собственно говоря, даже этот год хороший и для Птичинского района Саратовской области был достаточно продуктивный, то есть хороший средний урожайность хозяйства. Вот, мы видим такую картину сплошь и рядом, что на этих участках потенциал ниже, и повышение дозы удобрения не сильно там приводит к какому-то результату. Вот. И вот теперь я привез с собой специально одну табличку, которую для вас, где вы постоянно спрашиваете, выравнивает ли урожайность или не выравнивает. Вот. Вот, в принципе, глядя на эту цифру, вот, хозяйство уже может самостоятельно для себя подобрать. То есть мы оцифровали все эти нормы применительно к участкам. В красной зоне на этих смытых почвах прибавка на уровне, то есть шагов там, вот, там 128, 160, 240, 320 литров касса на гектар. Вот прибавка есть, но она там на уровне центнера, полутора центнера. Вот. И в деньгах, если мы вычитаем затраты на применение удобрений, то она не покрывает уже на 160, тем более на 240, она не покрывает разницу затрат на удобрение. Вот. При этом на нормальных участках поля мы видим, что 240 литров дают почти 11 тысяч маржи от применения удобрений. Вот. Мне удалось ответить? Да, пожалуйста. И такие опыты мы закладываем сейчас по хозяйству, специально выбираем совместно, прорабатываем с агрономами хозяйства эту программу, вот, чтобы максимально найти ответ на этот вопрос, какая доза будет более эффективна. Конкретно, если говорить про это хозяйство, у них было 160 литров одна подкормка на пшеницу. Со следующего года, несмотря на повышение цен на КАС, вот, у них запланировано две подкормки со средней нормой 100 литров, которые будет уже по карту перескочиваться. То есть на смытых низкопродуктивных участках на песчаных будет норма меньше, вот, на более влажных участках с повышенным потенциалом вот, норма будет больше. Вот. И мы говорим здесь не про разбег там, нормы там, от 0 там, до 300, да? Вот, мы говорим, там, что это там, скорее там, может быть там, 120, 170, и между ними там, 130, то есть вот, какие-то такие разумные дозировки, вот, которые позволяют технику выдержать и которые, собственно говоря, нужны, которые оправданы. Вот, это основная часть, а теперь я хотел бы сказать еще, что в этом году какие мы закономерности увидели, какие мы увидели тенденции, запросы. Первое, что мы увидели, что у нас 11 из 16 в этом году клиентов запросили от нас дополнительные параметры почвенного обследования, которые, помимо карты внесения, которые они решают для
решение своих каких-то дополнительных вопросов. Вот. Ну, в частности, вот, появился запрос на такие вещи, когда люди хотят, чтобы оценили, скажем так, уровень, насколько подходящие участки под ту или иную культуру, вот, для того, чтобы планировать эту структуру семенных лошадей. То есть где, на каких полях стоит, вот, исходя из почвы климатических условий, делать ставку на эту культуру, вот, на каких не стоит, может быть, ее вообще высевать. Вот. И помимо вот этого такого там, рейтинга, да, выделение участков с деградированными, там, низкопродуктивными участками, которые, опять же, классифицируются исходя из. И на эту ситуацию мы повлиять можем. Мы можем, например, произвестковать, мы можем сделать дренаж, вот, хотя бы в перспективу, мы можем сделать разбогатение почвы. Вот. А на эту ситуацию мы повлиять не можем, это песок, и как бы мы его исправить не можем. Вот. Вот на таком, то есть выделение вот таких вот вещей, оно стало тоже востребовано, вот, и стало звучать очень твердо. Мы в этом году первый раз увидели тендеры на, когда Плугинг заводит тендер и выделяет отдельно ТЗ на почвенно-ландшафтное обследование, отдельно ТЗ на агрохимическое обследование. То есть вот мы в Тимирязевске эту методику разрабатывали еще там в 2005 году, вот, и сейчас вот она там прошло сколько-то лет уже, да, вот, и она стала уже там на уровне системных игроков заявляться как отдельное техническое задание, вот, что стали отличать наконец-то, что вот есть агрохим-анализы, фосфор, галлий, микроэлементы, вот, а есть почвенно-ландшафтное обследование, это рельеф, это град-состав, структура почвенного покрова, сванцы, сванчаки и так далее. Вот. Вот рейтингование пошло не только по полям, то есть мы видим даже отметки рейтингования внутри поля, как они проявляются даже на кадастровых картах. То есть вот скриншот с кадастровых карт, мы видим, что хозяин разделил поле на две части. То есть, вот, по каким-то ему ясно понятным причинам, вот нижняя часть, которая более качественная, более однородная, более жирная, вот она по кадастру была выделена отдельно. Вот. И это, я считаю, что очень верное решение. Лучше, как говорится, купить сразу хорошую землю, это более перспективно, чем потом заниматься дифференцированным тесением на песках сразу, и смотреть на почву. Вот. Следующий такой, да, тоже очень-очень востребованный фактор – это диагностика степени переуплотнения. Мы сейчас ее делим как по степени, так и по глубине. Вот. И видим, что те хозяйства, которые всерьез пытаются заниматься этой проблемой, вот, а углубление часто бывает 38 сантиметров, 42 сантиметра, то есть это уже такая, нужно мелиоративное укрепление, уже серьезное. Вот. Но оно дает свои результаты, мы видим участки, которых уже там прошло 4 года, прошло 5 лет, вот, степень уплотнения слабая, средняя, вот, никакой переуплотненной на этой прослойке не образуется, то есть все-таки вот эта вот пушная подошва, она носит накопленный эффект, если с ней как следует хорошо поработать, вот, то мы точно видим улучшение, и мы точно видим, что это работает в долг, то есть это может быть 4 года, 5 лет, вот, спокойно считать. Вот, видите, какие-то участки уплотнения 0, какие-то участки 45, 31, вот, 21 и так далее. Вот. Опять же, это позволяет настраивать, мы сейчас проработаем уже с, ну, не буду говорить, как там, рекламировать американской компании, вот, как правильно проводить щелевание, как правильно проводить глубокорыхление, вот, потому что на такую, ну, то есть такую задачу надо решать серьезно. Чтобы настраивать, чтобы агрегаты не порвать. Вот. Понятно, что можно зацепить там какой-нибудь эквотайпер, загнать его на 45 сантиметров там, в сухую почву и разорвать его, там, и говорить, по гарантии не верните, все и так далее. Вот. Но чтобы серьезно решать вопрос, чтобы не смочарить агрегат, вот, не сжечь лишнюю солярку, вот, эту часть вот, мы сейчас видим, что ну, раз запрос есть, соответственно, будет решение. Следующая тенденция, вот, мы видим, что последние 2 года мы все чаще и чаще слышим, что увеличивается качество на полях с дифференцированным внесением. Вот, ну, вы сейчас там на слайде увидите, что у нас очень много клиентов, которые в принципе работают только на внесении подкормках.
вот, перераспределяют, то есть только азотные удобрения. Вот. В принципе, понятно, что на 3 тонны пшеницы нужно на 30 кг ДВ азота меньше, чем на 4 тонны пшеницы. Если у нас на поле колебания урожая там 3,5-4 центнера, допустим, и 4,5-5 тонн, то есть там, ну даже вот эта тонна разницы, это центнер селитры, который надо дополнительно дать, его надо только взять, его надо покормить, его надо пересмотреть. Вот. И за счет того, что на зеленых участках мы даем вот, все-таки дополнительное количество азота, вот, видимо, это влияет. То есть раньше у нас была как теоретическая такая предпосылка, да, сейчас мы видим, что там на больших объемах и средний урожай 4,5 тонн гектара вот там как-то вырастает отчетливо заметно вот, доля третьего класса, вот, которая влияет на, соответственно, уже там на десятки миллионов, влияет на экономику на это предприятие. Вот. И это мы видим, ну, так, достаточно устойчиво. То есть второй год подряд, вот, то есть не было, не было, не было, а вот вдруг появилось. То есть явно, явно, явно вот такой фактор есть, и мы его отнесли к таким тенденциям. А, третье – это серьезное развитие нашего дифференцированного посева. Если в прошлом году это развитие было на уровне запросов, вопросов и так далее, вот, сейчас мы выходим уже там, что помимо компании «РЗАгро», вот, которая в авангарде этого процесса была изначально. Вот. Появились у нас, например, «Золотая Нива», «Грициент» Валерий Федорович, Тамбовская область, «ГФХ» Бирюкова, Ульяновская область. Вот, у них только, то есть они в этом году отработали дифференцированно посеяли подсолнечную кукурузу, сою, вот, не вносили дифференцированное удобрение. То есть «Август Агро», ну это агрофирма «Август», у них есть свои земли в Татарстане. Они сделали дифференцированный посев с дифференцированным внесением удобрений. Вот. Предзавод «Юбилейный» то же самое делали, дифференцированный посев с дифференцированным внесением удобрений, это Тюменская область. Вот. А «Бирюков» и «Золотая Нива», вот, они сказали, нам нужен вот именно ДИФ посев. Вот. Это такое, я считаю, тоже новый шаг сезона. И сеялки, надо сказать, тоже были очень разные. Были у нас «Бурго», и были «Темпа», и «Агратор» даже был переоборудованный, вот, то есть очень, и «Пресижн Плейнинг», естественно, вот, то есть, ну, большая-большая такая линейка, и это, в принципе, я считаю, что, я просто вижу, что есть ряд специалистов, агрономов, которые говорят, что им это даже более понятно, чем дифференцированное усиление удобрений, они, понимая свои условия, вот, хотели бы управлять процессом расстановки семян по полю более взвешенно, исходя из таких вот точных параметров поля. Ну, из таких вещей, значит, тоже распространенных, это дифференцированный посев, дифференцированное внесение удобрений по кругам орошения. Вот, все это достаточно понятно. Здесь у нас зона сделана искусственно, да, у нас есть зона с высоким потенциалом, которая поливается, вот, поэтому там делают больше норм высевного. Вот, но я хотел бы добавить еще такую вещь. Есть изюминка на этих картах, может, они очень хорошо видна. На них есть еще такие, появились за этот год у нас такие повозочки. Вот, шириной по 3 метра, то есть к каждому фрегату и вокруг каждого фрегата вот, мы сразу заложили дорогу, оставили. Вот, то есть там дорога высота была 0, удобрение было 0. Вот, то есть сеялка, Precision Planting сразу отсекала, вот, закладывала уже все дороги вокруг этих фрегатов, вот, были заложены посевным комплексом, чтобы не топтать дальше. И так далее, ездить уже по понятному маршруту. Вот. Мы провели в начале весны, мы провели вебинар по поводу дифференцированных внесений фунгицидов. Мы приглашали зимой фермера с 25-летним опытом, который делился своим опытом и рассказал, что он работает дифференцированно фунгицидами и ретардантами в том числе. Вот. Но реально не было в России хозяйств или мнений естественных, которые бы работали фунгицидами дифференцированными. Вот. Летом нам позвонил один из наших клиентов, с которым мы несколько лет работаем, в Татищево, у него земля в Саратовской области. И он сказал, что у него подсолнечник вот, по картам он входит. То есть те карты, которые мы вставляли там 2,5 года назад, вот, в красных зонах подсолнечник очень низкий,
зеленый высокий, и он хочет в группу работать дифференцированным фунгицидом. Вот на 12 полей мы такие карты подготовили. Вот это вот такой первый опыт этого сезона около Агриповской Саратовской области. Антонов Алексей. Следующее, что хочу отметить, если в предыдущие годы мы как-то фокусировались больше на тех хозяйствах, у которых есть уже там новый там Кун, Рауф, Гердоланд, Амазон, Бругой и так далее, Джон Дир, вот, которые уже купили технику, уже с электроникой, родной завода, вот, в этом году пошел процесс, когда много хозяйств стали переоборудовать, то есть появились решения, которые позволяют управлять. То есть ставится микромотор с модуляцией, который управляет лентой дозатора, что на тумане, что на ЗГБшке Amazon прицепной. То есть это была машина, которая там 8 лет эксплуатировалась в хозяйстве с приводом от колеса. Вот. Сейчас такие машины переоборудуются, ставится компьютер, вот, который позволяет работать ей по картам. Седьмая тенденция, которую мы слышим, видим все больше и больше, захватывает рынок, это внесение жидких удобрений при посеве внутрипочвенных. Для нас это определенный плюс, мы тоже больше и больше в эту сторону смотрим, потому что для компании, которая занимается внедрением технологии дифференцированного внесения и точного именно внесения, дозировать, распределять более точно и более равномерно, вот, конечно, жидкие удобрения сильно проще, вот, когда их не сносит ветром и так далее, вот, чем травмы. Вот. Ну, такие вот посевы. Это, да, если смотреть Красноярск, Сибирь, там, Кемерово, Новосибирск, Омск, Алтай, вот, у них это какое-то прямо сейчас массовое такое явление, когда они, ну, там сев идет поздно, и на финале сева часто бывает уже там дефицит влаги, еще это влияет, что когда сеют селитры с амофосом, вот, они тоже забирают на себя влагу, и когда уже там идет дележ этой влаги, то вот, ну, здесь такое реже бывает, в прошлом году вот было там сильно такое садимое, вот, явно проявившееся, да, вот, но вот в этих условиях фермеры-агрономы видят, что качество всходов на жидкие удобрения лучше. Так, ну и, собственно, один из вопросов, который нам задают, я решил сам поставить сразу. Вот. Как выглядит, с чего начинается работа с нами? Начинается с того, что выбирается какое-то хозяйство или подразделение, вот, которое можно сделать целиком, и мы настаиваем на том, чтобы оно делалось целиком, потому что все попытки, когда делалось по частям, вот, заканчивается тем, что там в итоговой таблице, вот, мы смотрим, значит, там, выглядит примерно так. На поле работало 3 разбрасывателя, один был оборудован дифференцированным внесением, а 2 нет. Вот, и люди сидят, как бы, даже не знают, где копать работу, ну, как бы, ждут результатов, да. Вот, поэтому надо, ну, если делать, то делать последовательно диагностику, переоборудование, вот, и мы сначала анализируем на этапе еще переговоров, мы анализируем, возьмемся, не возьмемся. Вот у нас есть два, как минимум, два таких ярких примера. Вот очень хорошие хозяйства, очень передовые, грамотные, вот, очень интересные заказчики. Это один Кущевский район Победа, вот, Леонидович, другой это Артель, Курская область. Вот, но мы вот на этапе анализа карты, бегу осмотра хозяйства, сказали, что вам дифференцированное сеяние не нужно, потому что абсолютно хорошие, ровные условия. Это большая редкость, на самом деле, для России, но они есть. Вот, и здесь вот, мы тоже страхуем свои риски и бережем свою репутацию. Мы говорим, что вот, здесь мы работать будем, а здесь мы работать точно не будем. Следующая вот, вещь, которая, когда мы там уже все-таки поняли с агрономами друг друга, да, вот, на которой часто спотыкается хозяйство, это техника. И мы тоже сейчас уже на научный горьким опытом, вот, на старте еще до заключения договора более активно прорабатываем вопрос техники, чтобы она могла дифференцированно носить, потому что вот, бывали случаи, когда нам приходили данные с хозяйства, что у нас все готово, мы готовы загружать карту задания, а по факту начинается работа, когда она еще не готова. Вот, и потом
А с учетом того, что у нас и так в сезон перегруз колоссальных агрономов, вот, оставлять это все на посевную, да, когда там и так люди работают там 18 часов, вот, и так все там, вот, текущую работу успеть выполнить, вот, и это все нужно отстраивать заранее, тогда вот, будет результат. Mm-hmm. Да, я уже закругляю. Вот, дальше встреча обсуждения, после этого как договор на технику обследования, вот, и, соответственно, внедрение. Вот, вот такие вот шаги. Вот. То есть они выглядят как этап первый – комплексное обследование, второй – дифференцированное внесение, третий – замер результата, дальше же аналитика и последующее масштабирование. Вот, у нас есть примеры, когда хозяйство добавляло 5, 15, 30 тысяч гектаров. То есть, там, вот так, таким образом. Вот. Ну, здесь надо показать немножко наших любимых заказчиков, с кем мы работаем. Вот здесь и Гелиопакс, и Акросила, и Апус Агро, вот Вайгра, один из передовиков, это, ну, таких прям. Вот, Рассвет, Куйбышевский район. Вот, то есть кто-то работает только на весенних подкормках, вот кто-то вносит тем, чем можно внести, кто-то, допустим, под свеклу может внести, под там, кукурузу, там, под подсолнечную, то есть у него еще машина там недооборудована, в общем, и в целом, то есть хозяйства, которые, даже закрывая на 60-50% вот, спектр своего там, внесения, всех операций по внесению удобрений, вот, уже начинают носить дифференцированные. Вот, и мы видим, что это оправдано. Спасибо, Алексей Владимирович. Вопрос, я думаю, есть у заслуженного Артема Владимировича Краснодарского края, пожалуйста. А посмотрите, вот перед заключением договора вы сказали, анализируйте карту. А что это за анализ? Как вы ее анализируете? Да, спасибо. Значит, у нас есть такая процедура, называется картографический анализ. Вот. Ну, наверное, с такого вот, что можно там близко допустим, поставить, когда нет определенного там диагностику проводят там, с нами в медицине, берут рентгеновские снимки, по ним смотрят специалисты и говорят, а вот у вас вот здесь вот это, вот здесь вот грыжа, допустим, да? Вот, вот у нас картографы, которые постоянно занимаются шифрированием космос снимков, рельефа и так далее, вот, собирают там, порядка там, 30-40 слоев, вот, мы поднимаем снимки, мы поднимаем рельеф, вот, мы поднимаем те материалы по почтам обследования, которые можно собрать, вот, крупного, ну, такие более там, районные, областные и так далее. Вот и по ним смотрим, вот, и садимся вместе и разбираем. А вот здесь вот у вас, по всей видимости, там смытые почвы, здесь у вас солончаки, вот здесь у вас есть неоднородность, вот здесь у вас нет неоднородности. И человек, который знает свои поля, он, конечно, сразу ну, либо соглашается, либо дополняет. Вот, вот, вот такая вот процедура. То есть она технически она осуществляется тем, что мы запрашиваем контура полей, вот, обрабатываем их где-то на протяжении полутора-двух недель. Вот, и садимся или по Zoom, или вживую, вот, вместе обсуждаем. Честно, скажу, сложно мне представить, вот, что нужно обработать таким образом, запросив там, по району среднюю информацию какую-то конкретно к нашим полям. Вот сказали, есть хозяйство, которое не нуждается, например, да, в дифференцировании, но находится с моим, например, хозяйством рядом. То есть, вот, как, ну, я не думаю, что граница вот, такая большая, и там нуждается, тут не нуждается. То есть, какой-то нужно будет более углубленный анализ при заключении. Смотрите, вот мы сегодня стояли в коридоре, Сальский район Ростовской области хозяйства. Вот. Здесь, да, вот, у человека мы смотрели просто по Яндексу, даже просто по Яндексу поля. И поля, ну, они реально как раз раскиданы, сосредоточены, да. Вот на этих полях мы видим, вот, вот они, два поля идут такая прямоугольничка, они достаточно однородные. Вот, а вот эти вот идут вдоль балки, они все вот такие вот. Человек знает свои поля. Вот. Мы этот картографический анализ бегаю, проверили вот стоя в коридоре, там 15 минут. Вот. И смогли понять, какие поля. То есть это первый анализ такой. Конечно. Но дальше что там следует, отъезжать в поля, копать якшифы, брать анализы. Ну вот это все перед заключением договора происходит или как? Копать анализы и делать. Нет, это после заключения договора. Ну то есть на основании 15 минутного бегового анализа мы можем начать принимать решение. Заключаем договор, будет результат или нет. Мы вот в КМЛ смотрим ваши КМЛ, встречаемся на чат, про это говорим, после этого принимаем решение. КМЛ. Ну, электронная карта полиции. Ну, вот мы берем, смотрим, анализируем и встречаемся с этим. Ну, а на что она просто границы? Ну,
мы кое-что посмотрим. У нас есть доступ к данным. У нас и по рельефу есть данные, вот, и по снимкам за разные периоды. Мы можем откатиться до 84-го года, смотреть, что было в 85-м году, то есть хорошо. Я понял. А второй вопрос, когда вы скажите, внесение верхней зоны и верхней вагальной зоны по плодородию, да, например, все-таки мы выходим на ту цифру, на, вот, например, выносим, ну, 100 килограмм, например, да, вот, запланированно с 10 там, по зону. Мы выходим на эти же 100 килограмм, то есть там бедным зонам уменьшаем, например, богатым увеличиваем, и выходим в среднем на те же 100 килограмм, но получаем больше урожайности. Или все-таки вот какая получается конечная? Как правило, это почти, наверное, 90% задач. Вот. Задача может быть по-разному поставлена, да? Ну, задача, но 90% задач стоит именно так. Стоимость или остаться на той же себестоимости, а да. Получить. Нет, ну вопрос, готовы ли хозяйство покупать, допустим, добавить удобрения или не готовы? Нет, вот у нас определена норма, все. Мы примерно для себя, с учетом наших осадков, мечтает о год, мы примерно уже выработали норму внесения там, удобрения серебряного, например, или каса. Все, мы не хотим за нее выпрыгивать, за эту норму. Ну, вот 90% задач, которые мы решаем, это у нас есть вот такое количество удобрений, вот, пусть оно останется неизменным, перераспределить его более оптимально. Да. Вот мы вносим, например, среднее 150, пусть оно 150 останется. Вот, перераспределить, чтобы оно какую-то часть сэкономило. Если он поменьше, какой-то части побольше, и там мы, соответственно, рассчитываем получить больше урожайности и больше качества. Вот 90% задач, они вот направлены на это. Вот. Но есть такие, которые говорят, а мы хотим просто сэкономить и все. Сделать там 10% экономим, вот, и все. Таких мало, но такие тоже есть. Когда есть инструменты, вот, можно себе позволить сделать, можно так сделать, можно так. Можно, видите, я показывал опыт с разными. Вот. Можно от 80 до 320 там. Вот, посмотрите, а что реально деньги приносят. Мы по югу, вот, у нас есть прям интересный такой тоже кейс, когда хозяйство держится на высоком уровне урожайности, вносит много удобрений. Вот, а мы смотрим, анализируем, а там вот, ну, эти удобрения, они создают добавленную стоимость только производителям удобрений. Вот, сам. Ну, понятно, понятно. А хозяйство на этом не зарабатывает. Есть больше эффективности. Да. На миксионные там килограммы, да. Спасибо. Спасибо. Все, мы будем уже, но коротенько, пожалуйста, Александр Валентинович. Алексей, вот вы приводите данные, это уже обработка. Это нет, данные, которые на слайде по годам, там уже и прошлый год. Тенденция на поверхность. Я вам рассказывал. Я рассказал выводы, которые вы сделали за 21 год. Что вы имели снова? И скажите, вот когда вы на основании чего вы делаете расчет удобрений по зоне? О, хороший вопрос. Вот он Георгий, вот, требует отдельного обсуждения, считаю. Но первое-наперво нужно лучше понять, что вы имеете. Если у вас, вот, знаете как. Если у вас генетика плохая, если у вас, например, баран не растет, да, вот, и корми его не корми, он все равно не вырастет. Вот, это все равно нужно проанализировать. И проанализировать нужно не только исходя из содержания НПК, микроэлементов и так далее. Это когда системный игрок федерального уровня, крупный агрохолдинг, 540 тысяч гектаров, объявляет тендер и разделяет почву ландшафтом все это агрохимическое, я говорю, отлично, наконец-то, вот, наконец-то дошло. Вот нужно учитывать и то, и другое. Если стоит вопрос известкования, из агрохимического обследования никуда не денетесь, то любому надо проводить. Если у вас вопрос там тренажа или еще чего-то там, вот, переуплотнения, вот, никакой анализ, там, ни шутки, ни квадрокоптер, ни квадроцикл, там, ни все остальное, ничего вам не покажет. Вот, надо реально мерить физику почвы. Вот, я прошу прощения, я хочу, знаете, что, пользуясь правами именинника, хочу вот по этой фотографии немножко вопрос один поставить, вот, что называется, наболело, да? Вот, вот у нас идет агрегат по полю, вот, и вносит он, например, в красной зоне он вносит там 70 кг вот, амафоса, а в зеленой зоне он вносит, например, 100 кг, 110 кг амафоса, то есть какую-то часть он вносит чуть-чуть поменьше, а в какой-то части у нас чуть-чуть побольше. Вот, и у нас, да, у нас неровная граница, вот, она, вот, не может быть с точностью там до
секции, не может она быть источником источника. Вот. Да, честно говоря, точно, если это проведение границы, то хочешь нет, асфальт, земля, да, вот, она же тоже идет от днища какой-то вымочки, она идет по градиенту, потихонечку улучшается, улучшается, улучшается. То есть она же тоже не проведена. Вот. Вот у нас часто такой отговорки, мы слышим от агрономов, вот, они говорят, ну, если у нас не будет дозироваться по каждому сочнику, какой же это точное земледелие? Вот. Даже больше у нас вот РЗАГРА, я помню, когда Андрей писал, больше точное земледелие. Мы съездили изучать опыт в Украину вместе. Вот, он даже так сказал, говорит, вот Алексей Трубник, он считает, что точное земледелие, оно может быть прям, ну, там, не совсем точно, то есть не до форсунки, то есть, да, так, немножко это рукавом. Вот. У меня вопрос, а нужно ли это? То есть если вам нужно свешивать. Понятно, что аналитические весы в лаборатории, они более точные. Вот. Но нужно ли такую точность весов, если вы взвешиваете КАМАЗ? Да? Вот. То есть насколько это нужно? Ну, переходит у вас. Да, у вас там 4 метра на протяжении там, 12 метров, например, там, это 0,001 гектара, внесена будет норма там, не 70 кг, там, а 90 кг. То есть зона будет там не из красной, а из желтой. Ну и что, это страшно, что ли? Скажите, пожалуйста. Алексей Владимирович, спасибо.